Добрый пес готов помочь. 13 мая на бульваре Петра I пройдет благотворительная фотосессия. Все собранные средства пойдут на покупку специальной виброплатформы. Это тренажер. Он станет первым в центре абилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. 13 мая с полудня до 3 часов дня на центральном бульваре возле фонтана пройдет фотосессия. За символическую плату можно будет получить несколько фотографий. Уже известно, что позировать для снимков будут больше десятка собак различных пород. Среди них полюбившиеся бичанам хаски и шпицы. Отметим, что подобная акция пользуется большой популярностью у бичан. За последние несколько лет добрый пес 12 раз помог тем, кто нуждался в дорогостоящем лечении или особенном оборудовании.